Всем привет! Готовлю лечо, небольшой объем, томатный сок остался, думаю сварить лечо. Лечо я люблю без растительного масла. У меня здесь 2 килограмма томатов перекрученный, сок уже перекрученный, блендером сваренный. Килограмм перцев, обычно я вот так нарезаю кольцами. Далее я добавляю классический укроп и базилик. Немножко чеснока, перец душистый, черный, лавровый лист. Соль, сахар по вкусу, но у меня здесь столовая ложка соли и 4 столовых ложки сахара. В конце добавлю 2 столовые ложки уксуса 9%. И все. Будет лечо без растительного масла. Добавила зелень, соль, сахар, чеснок и проварю еще минут 15. Баночки помыла содой и отправлю в микроволновку на минуты 3 простерилизоваться. Далее я беру кукурузный крахмал, ложечку кукурузного крахмала и немножко водички. Это не обязательно, но мне понравилось с крахмалом делать лечо. Бывает лечо жидкое, а если добавить немножко крахмала, лечо получается насыщенное, вкусное и густое. Ну вот, лечо покипело, у меня еще 15 минут. Вливаю крахмал и перемешиваю. Крахмал можно картофельный, кукурузный, какой желаете. Или какой есть, можно вообще без крахмала. Вот видно, да, он начинает так немножко как густеть. Добавила 2 десертные ложечки уксус 9%. Буду сейчас раскладывать по чистым баночкам. Лечо прокипело. Вот такое оно стало. Раскладываю по баночкам. Оно постоит, потом загустеет. Не такое жидкое будет. Перед тем, как разливать баночки, лавровый лист можно убрать. Я люблю лечо без растительного масла. У меня получилось 3 баночки и 1 неполная. Вот такое вкусное лечо. Всем приятного аппетита!